рассказывают, что на той самой прекрасной встрече, да, помните, где великая фраза Владимира Путина, ну вот вы в Кремле, да, он сказал, мятежник, ну вот вы в Кремле, да. Вот, так вот, на этой замечательной встрече, якобы, ну или какой-то другой, он дал слово, как рассказывают сами вот люди в окружении Пригожина, что с Пригожиным ничего не случится. И Пригожин этим, значит, довольно гордился. То есть Дон Корлеоне дал слово, вот, и Дон Корлеоне его вроде как нарушил. Но, возможно, Дон Корлеоне скажет, что... А я здесь при чем? Ну, подумали, что украинский дрон. Но это довольно интересно, кстати, да? Как раз к разговору про окружение, потому что, ну, в принципе, если Дон дает слово, оно должно держаться, да? Тут вот... Но окружение ничего ему не предъявит. Окружение будет сидеть трястись, лишь бы последние не отобрали, и они не отправились дорогой Евгения Викторовича.